Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Кредиты в СКБ банке. Ставки снижены. Оставьте заявку на сайте или по телефону 8 800 1600. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь. Впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – мебельный цех «Норд». Вы хотите создать неповторимый облик вашего дома или рабочего места? Мебельный цех «Норд» сделает это идеально, эксклюзивно, качественно. Для вас кухни, детские комнаты, гостиные, прихожие, спальни, компьютерные столы, мини-стенки, шкафы-купе и многое другое. Изготовление каменных столешниц любых размеров. Богатство выбора цветов и фурнитуры позволит воплотить в жизнь все ваши мечты. Выезд на замеры, 3D-дизайн-проект, доставка до подъезда. На любое изделие гарантия. Летнее снижение цен на 15%. Запись на замеры по телефону 4-55-20. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Печоре ожидается облачная погода, небольшой умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет 4-6 градусов выше 0, а завтра днем 12-14 градусов тепла. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и более 70 каналов кабельного телевидения в аналоговом и еще больше в цифровом форматах. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чежина. Всего вам самого доброго. До встречи!